Сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. Тема весьма актуальна. Готовность системы образования к началу учебного года. В совещании участвовали все российские регионы, в том числе и Чувашия. Везде сейчас идут последние приготовления. К 1 сентября готовятся детские сады, школы, техникумы и вузы. И в каждом образовательном звене есть свои нерешенные вопросы и проблемы. Задача глав субъектов федерации – создать комфортные условия для обучения. Как сказал Дмитрий Медведев, в целом по стране к сентябрю открывается 76 школ. В этой цифре и вклад нашей республики. В этом году в Чувашии после реконструкции открывается Мариинско-Посадская гимназия. Еще в 8 школах завершается капитальный ремонт. А в столице республики свои двери распахнет школа по улице Гладкова. Это образовательное учреждение нового типа, где применяются инновационные методы обучения. Оснащению иных средних школ порой могут позавидовать и вузы. В зоне личной ответственности глав – безопасность учащихся, соблюдение противопожарных и санитарных норм. Напомним, что в республике работает специальная межведомственная комиссия, которая держит эти вопросы под контролем. Особое внимание – техникумам и колледжам. Интерес к рабочим профессиям растет, поэтому считаю, считает премьер-министр, очень важно иметь региональные программы развития среднего профессионального образования. Такая в Чувашии уже работает. В ее рамках открылся межрегиональный центр компетенций.